что вчера, какую информацию мы получили. Да, что у нас много денег. У нас их нет пока, этих денег. Нужно добиться этих денег, да. 3-4 тысяч, 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 тысяч. Правильно делают? Хорошо. Расходись. Расходись давай. Робота, робота, робота давай. Нет. Я это хочу посмотреть, ну что, они нас долго будут пугать этой бензопилой? Нет, по сути, если дверь открыта, значит ее зачем-то открывали. Тихо, иди, тихо, Кать. Пойду проверю. Давай, Кать. Никого особо нет. Возвращаемся. Жуку, а смотрю, если он сейчас ее зарубит, никто не получит наследство. Я схожу, посмотрю, Катя! Помощь нужна, да, Вася. Ну, а что это такое? Не знаю, давай посмотрим. Берем. Что это такое? Вещи теплые. Это мои штаны, куртка моя! Лия, зови всех! Зови всех сюда! Хоть тепло будет, хоть тепло будет! Настенька моя любимая! О, хорошо! Почему вы всем дали одежду, кроме меня? Я буду ходить в одеяле до скончания дней своих, понятно? Всё! Всю вещи! Я тупо разобью стекло, выхвачу все, что есть в бардачке и валим, понял? Ну хорошо. У меня остается смотреть. Конечно. В такой ситуации. Смотри внимательно. Весь дом, пошли. Куда, куда? Дом, да стойте, куда вы пошли? Быстро вернитесь! Блин, ладно, стой, держись, стой, держись, держись. Все нормально. Этом... Знаешь, сколько тебе осталось? Сколько носить они эту там были на улице? Ты смотришь, нет? Я смотрю. Да не ори ты! Тише говори! Тихо, 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 стой! Стой там! Стой, тихо! Внимательно смотри! Карман прячь. Так, что здесь у нас? Гарпер тоже забыла. Валим, 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 быстрее, валим! И досками закрывай, досками! Стой, смотри, вверху же не видно было. Вообще, что? Мы решили пройти по дороге, там тропиха какая. Ну? Не поверите. Волк! Волчар, ня-ня, либо большая собака, блин, либо какой-то волк просто слышал рычит. Короче, я упал, потом опять встал. Я сам падал. Вот меня, короче, не загрыз. А зачем вы второй раз пошли? Лита уже пришла. Максим сказал, что вам надо что-то выполнить. Все, вытаскивай, прячь, где у тебя этот куртку? Так. Я понял? Кто это у нас? Опа! Это вояка какой-то. С Якутии. Тут. Нихера себе. Опачки. Че там? Чё, ты не видишь, чё? А-а-а, двадцатка пятерами. Ё-моё. Блин, вот это мы впухли с тобой. Вообще. Прикинь, если мы в паре. Да, почему что, они не выходят так долго? Почему они долго не выходят? Чё так долго, реально? Да, пойду я проверю, ребят. Ну ты пришла, ты понять не могу. Запах, запах криминала вот здесь вот попахивает. Криминалом. Какой нахер криминал? Чё ты несёшь? Говори, что ты задумал. Ты что, издеваешься? Да ничего мы не задумали. Ты что? Васич, Макса от как... не... Откуда ты вообще... Чего ты взяла? Ты зашла сюда, стала что-то нюхать. Потому и говоришь, какой-то запах. Здесь. Чем? Криминалом пахнет? Пахнет криминалом, Васич. Да что ты говоришь? Васич, говори, что ты задумал. И как криминал пахнет? Ну-ка скажи-ка вот мне. Пахнет здесь. Чем? Чем? А чем? Какой делом? Запах да чего? Да нечистого курицы? Дела. Нечистого дела? Да, Васич. То есть ты что, чуешь запах нечистого чую, дела? Чувствую очень. Макса, не впутывай в это дело чистого человека. Делать, вот я спрашиваю, что вы сделали? Мы ничего не делали. Ты мне врешь. Я тебе не вру. Макс! Чё? Ты мне будешь рассказывать или нет? Были, да, то есть... Так говори мне правду быстро! Да, подожди! Всё, всё. Вот видишь, вот что видишь, а ты не собираешься что-то говорить, ты же и так ей правду не сказал. И я буду очень рада, если вы сейчас мне говорите правду. Тебе мало? Слышь, Катюх... Второй срок хочешь мотать? Катюх, порожняк, не гони, я тебе говорю. Я тебе говорю, ты хочешь второй срок мотать, поэтому, Васич,